Решение о восстановлении регулярных пассажирских перевозок между Россией и Узбекистаном примут в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с вице-премьером соседней республики, министром инвестиций и внешней торговли страны Сардором Умурзаковым. По словам главы российского холдинга, вся необходимая информация по этому поводу и документация поданы в Министерство транспорта, где и рассмотрят ситуацию. Также они обсудили остальные актуальные вопросы развития сотрудничества в железнодорожной сфере. Стороны отметили рост грузоперевозок по итогам 2019 года и увеличение текущих объемов. Так, за 7 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они выросли на четверть и составили 4,5 миллиона тонн. РЖД тесно сотрудничают с узбекскими коллегами и в тех вопросах, которые возникают на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Также железнодорожная администрация организовывали вывозные рейсы для граждан, которые хотели вернуться в свою страну, но не могли. Кроме того, участники встречи решили, что у двустороннего сотрудничества есть большой потенциал в реализации комплексных проектов на территории Узбекистана.